Свиное болото. Уголек почувствовал облегчение, когда вышел из тумана. Птица! Зачем тут лестница? Отдельно. Символ какой-то непонятный. Дорога была разрушена. В скрадывающем звуке тумани угольку послышался шум. Это было чье-то оглушительное хрюканье? Могу лестницу двигать. Подожди, я ее сейчас... Ого! Вырвал просто. И что мне с ней делать? Вот сюда. Классненько. О! Покатаемся! Прям в грязь. Уголек не боялся испачкаться. Скользить было так весело. Это путь назад. Угу. Свинка. Спящая свинья. Она перебирает ногами в воздухе. У нее был счастливый вид. Кусака, да? Это растение могло запросто лишить кого-нибудь руки. И оно находилось на пути уголька. Не кусайся. Ну, свинью на тебя натравим. Нет, не свинью. От плода исходил тошнотворно-сладкий запах. Вкусненько. Я понял. Значит, не тебе. Значит, свинью кормим идем. Эй, Свинтус. Смотри, вкусняшка. А, ты просто... Ты будешь... Понятно, тебя приманивать надо, да? Я думал, мы подружимся, я сейчас покормлю ее. Свинья, смотри, он офигел, он твою ест. Уголек фыркнул. Страшному растению не справиться с голодной свинкой. Все, ложись спать дальше. Подергать за хвостик нельзя. Давайте еще раз покормим на прощание. Пойдем со мной. Нет? Ну ладно. Держи. Я добрый. Мне не жалко. Так,
Опять там красненький бегает. Нет? Здесь 4 записки надо найти. А сколько, интересно, всего у нас собрано? Уже много так собрали, мне кажется. 13 из 42. Здесь, наверное, некуда больше. Вот это вот место странное. О. А, это дерево. Ага. Дерево уроним, пройдем сюда. Но я не могу кубики сюда поставить. А если... Вот сюда я кубик не могу, то есть... А если... Нет, по лестнице не могу. Ну ладно, я думал, кубики, может быть, как-то поставить так, чтобы сюда зайти. Но вроде бы нельзя так. Не хватает. О, там еще одна свинка. Что за музыка? Отвратительный запах разнесся в воздухе. А, я грязный. Внезапно причина стала ясна. Ого! Телевизор? Не понял. Уголек я вижу. Ой, тут скелетики. Не нравится мне это. Я могу с ней пообщаться. Свинья сделала глубокий вдох. Подожди, что это за восхитительный запах? Уголек нервно переступил на месте. Другие угольки давали мне угощение. Но потом перестали. You feed me now. Накорми меня. It was junk. Это были отбросы. Может, свинье они будут по вкусу? Тебе телевизор? Дать поесть. Ого. Пока свинья жевала, в ее животе разрастался свет. Фу, какая. Удивительно. Немного искристая, но щекочет в желудке. Но что я хочу, так это... Что-нибудь более сочное. Свинья съест все, что угодно. Угольку надо просто найти больше. Эмбер found the wondrous diary. Дневник странника. We stop by the warmth of another campfire. Мы останавливаемся погреться у другого костра. Дух-хранитель здорово рассердил нас, спросив о том, какое решение мы собираемся принять. Я не понял его вопроса. Мой спутник и вовсе молчит. Убежал. Ну, я не знаю, на еще. Вот, вкусненькая. Надо? С каждым съеденным куском свет становился все ярче. Сочное, освежающее, но на вкус напоминает грязь. Но что я хочу, так это...
Что-нибудь более хрустящее. Возможно, если уголек сумеет накормить свинью досыта, от нее будет больше пользы. Ладно. Ой, она прям горит так. Прям горит. Я тут это погуляю пока, ладно? Свинка. Может быть, найду тебе что-нибудь съестного. Череп был омерзительным. Может, он придется по нраву свинье? Я вот не уверен, что это хорошая идея, кормить свинью всяким таким. Ну ладно. Хрустяще так хрустяще. Череп хрустящий. Как бы. This was the last thing Ember could find to offer. Это было последнее, что уголек смог ей предложить. Тут так-то вон скелет валяется. Crunchy. Хрустящее, как уголек. Мясо немного, слишком костлявое. Но что я хочу, так это... Желудок свиньи издал очень громкий звук. Ты же нас не проглотишь сейчас? Или... Что ты делаешь? Фу? Что такое? Уголек с облегчением улыбнулся, глядя на большое создание, которое он раньше так боялся. Оно просто укатилось такое. Болото пустоты. Свинья пропала, но под поверхностью что-то двигалось. О! Уголек подумал, что в грязном пруду свинья казалась гораздо менее внушительной. Свинья радостно завопила. Вода такая приятная. Присоединяйся, лакомка. Какая я тебе лакомка? Свинья выглядела счастливой, но уголек не решался подойти ближе. Почему я съедаю все, что передо мной ставят люди? Мне нужно настоящее питание, но его здесь уже не найти. Гораздо прохладнее. Я могу наконец собраться с мыслями. Спасибо тебе, лакомка. Я не знаю, что там, вода, наверное, но что, вот тут субтитры косячные. Я уже запутался, где мы были, где мы не были. Уголек набрел на еще один затерянный в глуши костер. Давно погасший. Он был готов, что его вновь разожгут. Призрак сказал, говори, и я услышу тебя. Где я? Это болото пустоты. Оно поглощает надежду, не давая ей расцвести. Ты не должен терять надежду, иначе тоже превратишься в покинутого. Уголек подумал о тех, кого любил, тех, кто остались далеко позади. Я хочу помочь другим. Есть и другие, заблудившиеся во время странств. Отыщи их, и я укажу им путь. На помощь.
Down steps to your east, travel the path south, watching a pig grow unhappy, a forlorn lost hope. С восточной стороны и пройди по тропе на юг. Там потерял последнюю надежду покинутый, что наблюдал за растущим недовольством свиней. Не понял. Я 4 плюс 3. Плюс еще куча свитков. Где их искать, я не представляю. Так, давайте как-то поступательно. О! Amber uncovered a journal. Уголек нашел записи из дневника. Naughty piggy, нетерпеливая, простодушная piggy. Свинка. So как же тебя легко раздразнить фруктами? Пока они голодны, от них никакого толка. Некоторые из них настолько отъелись, что едва держатся на ногах. Одну записку нашли. Что меня напрягает, это то, что оттуда, откуда мы выкатили свинку... А, во! Мы пришли. Здесь 4 штучки. 4 записки. Хрю-хрю. Нет? Тебя кормить надо. Тебе, наверное, надо цветочек притащить. Ну-ка. О-о-о. Высокие ожидания. Незнакомец проделал такой долгий путь. Если я уберу. Забавная механика, конечно. А я-то так не могу. Надо сюда, наверное, загнать кубик, что ли? Стоп, а если вот так? А, ну так ничего не поменяется. Слишком умная мысль. Так забавно. Я не могу так ходить.
То есть, я понял. Сейчас. Теперь я могу сюда подойти. Теперь нажимаем. Так. Он ощущал под собой воздух. Расстояние постоянно увеличивалось. Не то чтобы очень оригинальная механика, но мне нравится. Спуск был таким долгим. Так, первый готов. Тайм квадратный, да. Классненько. Незнакомца бурлила решительность. Еще всего несколько шагов. Это уже совсем близко. Теперь, я думаю, надо попробовать покормить свинью бесполезную. Тут у нас где-то еще целых три записки. Я, кстати, скелетик не могу потрогать. Вроде нет. Мне надо как-то наверх попасть. Возможно, через свинью как раз пройду. Ай, 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 ай. Застрял. Свинка, смотри, что есть. Пойдем. Подожди, а зачем я ее накормил? Я не понял. Ладно. Там был спрятан обрывок дневника. Я грею руки у вечернего костра, слушаю веселые мелодии древнего фонаря и нараспев произношу былые обещания. Будет ли дома так же хорошо, как мы помним? Бесполезная свинья. То есть мне от нее ничего пока не надо? Ну, по крайней мере, пока у меня мыслей нет. Саш, там дерево можно пнуть? Где? Ай, ну не свинья. Ну не свинья же ты. А, вот это дерево, я понял. Точно, точно, молодцы. Но мне это ничего не дает. Ну, разве что свинью сюда довести. Хотя нет, я не смогу сюда плот скинуть. Давайте пока забудем про свинью. Будем считать, что ее не было. Угу. Уж не сюда ли мне надо свинью притащить? Наверное, надо найти еще лягушек тогда.
Ну-ка, ладно, пока пойдем дальше. О, опять он за нами подглядывает. Ага, лягушка еще. Несмотря на туман, уголек чувствовал, что за ним следят. Угу. А может, к грибам ее подманить или к большому хряку? Может быть, может быть. Я тоже об этом думал. Не понял, правда, про какие-то грибы. Но я думаю, что потом посмотрим. Если будут какие-то затыки, то будем со свиньей пытаться разбираться. Так, куда я пошел? А, лягушка еще одна. Забираем. Это наша. Стоп, не туда. Надеюсь, последнюю лягушку не в кусты куда-нибудь спрятали. Пока собираем лягушек. Ну, то есть я как бы вот против часовой стрелки уже пошел. Сейчас, наверное, так и будем исследовать эту локацию против часовой стрелки. А то я просто забуду, где я был, а где я не был. Давайте сначала к угольку. А, ну ладно. Разжигая пламя. Незнакомец задумался о своем путешествии. Некоторые шаги казались совсем простыми. Другие, возможно, невозможными. Снова и снова он возвращался в прошлое. Да офигеть это. Я запутался. Так, мне надо... Сейчас. Мне надо, наверное, третий зажечь, насколько я понимаю. Во, вот так. Они незаметно вились где-то рядом. Я молодец, я сделал быстро, легко и просто. Второй огонек. Уголек, огонек. Иди к костру. Незнакомец с благодарностью сказал: «Спасибо, друг. Мы все помогаем друг другу в пути».
Очень приятная игрушка, но очень. Пока самая затупная для меня головоломка была, это с валунами, конечно, первая. А, я тут просто вниз спустился. Здесь две записки. Это что такое волосатое? А, это... Ладно, не считается. Так, а ты что? А... Нет? Я думал, хрусть надо будет сделать. А почему тут пусто? Ну ладно. Так. Пока не понимаю, зачем мне это надо делать. О, еще и работать ногами. Нет, подожди, а как мне вниз? Наверное, надо кубик с собой взять. А. А, нет, могу, нет, не могу. Ладно, пусть кубик будет тут пока. Древний фонарь отпугивает призраков и страх, придавая миру желанный для нас вид. Я пытаюсь заставить своего спутника лечь спать, но он все смотрит и смотрит в огонь. Нет. Вот сюда мне нужно кубик поднять. Куб-компаньон. Ага. Хотел сказать, а как я это сделаю-то? Я же могу легко вот так вот сделать. Хотя, стоп, а что мне это дает? Я вижу. Все, я вижу, 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 вижу. Внутри был спрятан дневник странника. Прошло уже столько времени. Наши ноги гудят от усталости. Когда мы прибудем на место, дел будет не проворот. Я рассказываю своему спутнику о тех, кто ждет дома. Похоже, он не знает, что мне ответить. Так. Две штуки я тут нашел.
А ключа у нас нет. Незнакомец засмеялся. Я уже очень давно не слышал древнего фонаря. Он издает просто волшебные звуки. Тело так и просится в пляс. Знаешь, я неплохо на нем играю. Садовые ворота заперты, нужно найти ключ. То есть... Все пока. Внизу там я был. Здесь налево можно пройти? Нет. Мы не нашли одну лягушку. Кубик, я думаю, можно тут оставить. Там я внизу вроде бы все посмотрел. Отсюда мы пришли. То есть все, обратно топаем. Лягушки никто не видел? Ну, вроде нет. Ладно. А вообще, кубик можно с собой укатить? Нет, нельзя укатить его с собой. Тут переход. Вряд ли мне дадут его за собой укатить. Ну, либо лягушка где-то сныкана будет здесь. Хотя, думаю, нет. Ну что, мне остается по свинье пройти. А, ну вот здесь налево еще можно спуститься. У нас пока два уголька только. Вот она, лягушка-то. Ладно. Секретка. О, а это надолго? Ладно, пойдем. Я не уверен, что это можно считать секреткой. Потому что, мне кажется, это довольно очевидно. Но, в общем, это дополнительно. Сейчас будем страдать. Выбор из множества. Незнакомец знал, что ему нужно идти дальше. Путь назад был закрыт навсегда. То есть мне надо все кубики поставить на свои места. Он знал, что у него нет выбора, и все же колебался. А может быть, мне просто 4 кубика сюда поставить? А, нет. Вот что было бы проще, просто 4 кубика поставить, мостик сделать?
Первый пошел. Я не хитренький, я умненький. По-моему, это слишком легко. А. Нет. Это не слишком легко. Хотя ладно, легко. Просто немножко не в том порядке сделал. Он изо всех сил пытался сам все увидеть. Мысль о том, чтобы уйти сейчас, казалась невыносимой. Быстро! Покинутый X? Десятый? Покинутый 10? Незнакомец посмотрел куда-то мимо уголька. Я почти готов. Дай только еще чуточку посидеть. Я догоню, обещаю. Ладно, сиди. Кто тут паутину новую сплел? Убираешь ее тут, убираешь.